есть всего несколько вещей, которые нужно помнить. Курс доллара и то, что 24 августа в театре музыкальной комедии будет дизель-шоу. Такое не каждый день, поэтому не пропускаем, покупаем билеты, идем, получаем удовольствие. Кому что-то не понравится, дополнительное удовольствие наносит Егор Крутоголов. Подойти к служебному входу, сказать «мне добавить удовольствие». Он выйдет, он сделает. Все, 24 августа, театр музыкомедии, дизель-шоу. Встречаемся.